mai mulți copii de la un liceu din capitală au fost astăzi instruiți cum să se protejeze de foc. Au învățat-o de la un grup de estonieni care se află într-o vizită în Moldova. Давай закроем, будешь в своем домике, хорошо? Давай я тебе дам, например, порисовать что-то. Вот, держи. Ну как, видно? Видно. Я тебе дам посветить вот что-то тебе. Держи. Возьмешь? Нет. Молодец! Astfel au fost învățați micuții cum să folosească lumânările, dar și aparatele electrice. Подзарядка. Ее нужно вынимать, иначе электричество оно же идет через конец и может и молния просто поджечься. Spre surprinderea instructorilor, micuții știau foarte bine ce trebuie să facă în caz de incendiu. Надо позвонить 901 и ждать их помощи. Если не отвечает телефон, нет, надо убегать из дома и La final, copiii care și-au sacrificat pentru această instruire câteva ore din vacanță au fost răsplătiți cu dulciuri. У нас есть такой символ, он на конфетках прям нарисован. У нас ребята все его знают. Это наша спасательная собачка Нуглу. Спасательная наша собачка, она у нас, видите, носит спасательный жилет. Всегда, когда вы проводите какую-то деятельность, работу с детьми в игровой форме, нужно обязательно проверить, насколько этот результат, насколько эти знания уложились у них в голове. И мы это проверяем, тестируем. Мы вашим коллегам тоже будем предлагать систему. De la începutul acestui an, în Moldova, 3 copii și-au pierdut viața în incendii.